В Госдуму внесен законопроект, который вводит ответственность за незаконную продажу табачных изделий. Так, за продажу сигарет несовершеннолетним предлагается ввести штраф до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 90 тысяч для юридических. Табачные изделия при этом будут конфискованы. Для тех, кого уличат в незаконной рекламе табака, наказание также будет суровым – до 20 тысяч для должностных лиц и до 500 000 рублей для юридических. Вырастет штраф и за курение в общественных местах. Нарушителям, которые поймают с дымящейся сигаретой, придется выложить до 1500 рублей. Если закон примут, то он вступит в силу 1 июня 2013 года.